Еще одну мемориальную доску открыли на здании Курского госуниверситета, где также находился госпиталь времен Первой мировой. За сохранение памяти героев, погибших в годы другой войны, Великой Отечественной, уже 25 лет борется Центр поиск. За это время были найдены останки более 12 тысяч солдат, офицеров и мирных жителей. Они возвращают имена неизвестным воинам, тем, кто защищал родину. Сегодня Центр поиск объединяет около 600 человек. Основатели, нынешние члены и те, кто в будущем пополнит ряды поисковиков. Кровопролитная война унесла жизни миллионов человек, а значит, имена многих еще предстоит вернуть из небытия. Например, по городу Курску только в этом году мы 1014 человек добавляем на мемориал. То есть еще 4 мемориальные плиты будут 9 мая открыты. В следующем том книги памяти, которую мы тоже делаем, исправлений, наверное, будет 300-400 где-то. То есть те, кто были пропавшие без вести или вообще не числились, они будут установлены.